Здравствуйте, в эфире новости Тагил ТВ, в студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Памяти героев в 56-й школе открыли мемориальные доски погибшим в Чечне выпускникам и посвятили учеников школы в курсанты военно-патриотического клуба. Более 11 тысяч тагильских детей отдохнули в городских и загородных лагерях. В мэрии подвели итоги летней оздоровительной кампании. Грант на сувениры и полиграфию. На базе Нижнетагильского государственного социально-педагогического института прошла традиционная тематическая неделя студенческих отрядов «Планета Целина». Памяти героев. В 56-й школе прошла церемония открытия мемориальных досок выпускникам, которые погибли на территории Чеченской Республики. Вслед за этим состоялось посвящение учеников школы в курсанты военно-патриотического клуба. В мероприятии принял участие глава города Владислав Пинаев. Обо всем по порядку. Анна Дик. В 56-й школе одновременно печальное и торжественное событие – открытие двух мемориальных досок. На первом этаже здесь увековечили память двух выпускников – Евгения Разевика и Дениса Кондратова. Нельзя забывать те годы, тяжелые годы, тяжелейшие годы для нашей страны. Вот это я говорил, годы безвластия 90-х, когда страна распалась, одна сверхдержава, вторая еще не успела укрепиться. Это становление страны начала 2000-х с приходом президента, действующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Поэтому важно, чтобы молодое поколение видело, что не всегда у нас было спокойно, не всегда была стабильность. И стабильность, которая сегодня имеет место быть, она именно досталась нам ценой жизни молодых парней, которые стояли у ее истоков. Евгений Разевик увлекался плаванием и восточными единоборствами. В 1995 году принимал участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Погиб 11 февраля, стоя на блокпосту в центре Грозного. Посмертно награжден орденом мужества. А в 2005 году служебно-боевые задачи в Чечне выполнял Денис Кондратов. Он подорвался на мине 18 ноября. Награжден медалью за воинскую доблесть второй степени. Его мама Людмила Николаевна в числе гостей, приглашенных на открытие мемориальных досок. Он все любил. Он был такой добродушный, ничего не отказывал никому. За всех. Ребята вот попросят его: Денис, помой класс. Он остается мыть, хоть его очередь, не его очередь. Остается вымыть и пошел. Я работала рядышком. Он придет в столовую поесть, придет ко мне, уроки сделает и домой пошел. Верность, доблесть, отвага и честь – об этом теперь напоминают мемориальные доски. Чтобы будущие воины могли защищать честь своей семьи и страны, в 56-й школе в этом учебном году создали военно-патриотический клуб «Не игрушки». Благодаря усилиям управления образования в школах города появились дополнительные ставки педагога дополнительного образования. И благодаря этим ставкам в школе открыт военно-патриотический клуб. И 45 мальчишек и девчонок приняли решение уйти от гаджетов, уйти от тиктоков и посвятить себя продуктивной, творческой или военной деятельности. На торжественном построении юноармейцы принимают присягу и дают клятву. Повышать свой общеобразовательный уровень, общественную активность и физическую подготовленность. Клянусь! Беречь веренное мне имущество клуба. Клянусь! Укреплять физическое здоровье. Клянусь! Восьмиклассник Никита Великорецкий уже успел отличиться на занятиях и заслужил право встать в почетный караул. Ну, в первую очередь, это дисциплина, это физическая подготовка, это подготовка к армии, да и вообще первый шаг к чему-то новому, к чему-то большему. Военно-патриотический клуб «Не игрушки» – это не чисто мужская компания. Есть здесь место и девушкам. Нравится больше всего, как мы маршируем, чему нас новому учат. Там, ну, все, что мы делаем, все нравится. Курсанты военно-патриотического клуба, учащиеся с 1 по 8 классы, принимали всех желающих. Оценки не выставляют, но характер на прочность проверят точно. Обучать будут всему. Усилена физическая подготовка, строевая подготовка, обращение с оружием, стрельбе из пневматики, рукопашный бой, грубо говоря, в легком виде это все. Она моя первая очередь.
Ну и в первую очередь дисциплине и порядку. В планах у военно-патриотического клуба не игрушки, участие в различных городских мероприятиях, в том числе в игре «Зорница». А сегодня для новоиспеченных курсантов урок мужества провели приглашенные гости. Печальная весть пришла накануне поздно вечером из Москвы. Ушел из жизни Владислав Шадрин, основатель клуба авторской песни «Зеленая лампа», неизменный гость Антоновского фестиваля, лауреат и призер Грушинского фестиваля. В сентябре врачи диагностировали у музыканта рак желудка 4-й степени с метастазами в печень. Его платно лечили в Москве в Центре хирургии Петровского. Владислава Ливеревича и песни его сочинения хорошо знали не только тагильчане. Их пели по всей стране и даже за границей. На призыв о помощи, чтобы оплатить лечение, откликнулись его друзья, коллеги-музыканты. В Нижнем Тагиле и в ряде городов России прошли благотворительные концерты «Будем жить». Владиславу Шадрину было 63 года. Прощание с бардом состоится 22 октября в 13 часов в похоронном доме Вознесения в Екатеринбурге, а в Нижнем Тагиле в субботу в 13:30 по адресу улица Челюскинцев, 47, Реквием. Телекомпания «Тагил ТВ» выражает соболезнования родным, близким, друзьям Владислава Шадрина. В мэрии Нижнего Тагила подвели итоги летней оздоровительной кампании. Глава города провел совещание с представителями администрации, надзорных ведомств и управления образования. Юлия Полева выяснила основные показатели кампании. На 2021 год в оздоровительных лагерях Нижнего Тагила готовились принять более 6 тысяч детей. 204 ребенка должны были получить санаторно-курортное лечение, и 970 путевок выделили малообеспеченным семьям. Это лишь некоторые цифры, которые были озвучены в мэрии при подведении итогов летней оздоровительной кампании. Целевой показатель мы с вами, в общем-то, выполнили на 93%. Эти 7%, которые сегодня у нас пока остаются невыполненными, это у нас с вами осенние каникулы. И, в общем-то, в рамках осенних каникул, в большей мере, это у нас с вами будут все-таки лагеря с дневным пребыванием. Данный объемный показатель, который нам определен, он будет выполнен в полном объеме. В начале оздоровительного сезона были приняты все загородные лагеря. Их обеспечили рециркуляторами воздуха и дезинфицирующими средствами. Сотрудники ежедневно сдавали ПЦР-тесты. В соответствии с требованием антитеррористической защищенности территории детских загородных наших лагерей были обеспечены кнопками, скажем так, безопасности. Они работали в полном объеме. Росгвардия нас перед заездом детишек проверяла. В течение заезда сотрудники полиции выезжали неоднократно в наши загородные лагеря и проверяли работу наших частных охранных предприятий, которые работают на территории лагерей. В связи с эпидемиологической обстановкой наполняемость детских лагерей ограничили в этом году до 70%. Чтобы охватить большее число отдыхающих, смены сократили до 14 дней и организовали 5 заездов. По оздоровлению детей, показатель эффективности оздоровления детей и подростков в загородных лагерях не рассчитывался, так как он рассчитывается за 21 день. Но показатель в санаториях, которые в санаторных учреждениях, в санаторных сменах, в 2021 году выраженный эффект оздоровления составил 92,2%. Штат сотрудников детских лагерей в этом сезоне был укомплектован на 100%. Работали студенты пединститута и педколледжей. Спасибо всем, кто принимал так или иначе участие, кто принимал, работал вместе с нами по приемке наших учреждений, загородных лагерей. Поэтому всегда говорю одно, пока есть у нас понимание, то есть мы всегда достигнем результата. Также в городе на базе спортивных и образовательных учреждений работали детские лагеря дневного пребывания. За лето их посетили почти 5800 детей. Системой дошкольного образования Нижнего Тагила заинтересовалась Ассоциация воспитателей России из Москвы. Ее представители выступили с инициативой провести в нашем городе двухдневный форум. В мэрии с предложением согласились. У нас две было цели. Первое – это, конечно, показать свою работу именно воспитателей дошкольного образования, как они работают с детьми, какие формы они применяют. А второй, скажем так, наша цель вторая – это, конечно же, чтобы наши педагоги прошли курсы повышения квалификации. Вот курсы повышения квалификации – это в любом случае неотъемлемая часть любого педагога, либо это он работает в школе, либо в системе дошкольного образования.
Форум должен был состояться в ноябре, но ввиду того, что ситуация с коронавирусом в городе непростая, было принято решение не рисковать и перенести проведение форума на следующий год. Тагильские педагоги участвуют в различных конкурсах, занимают призовые места и выигрывают гранты, в том числе на материальное развитие. Поэтому им будет что показать непосредственно в детских садах и чему поучиться у столичных специалистов. Свое желание принять участие в мероприятии высказали 240 воспитателей. В связи с очередной волной пандемии коронавируса президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. При этом глава регионов имеет право ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил глава государства. Увидеть, как льется металл и выплавляются колеса, первыми по будущему экскурсионному маршруту на нашем металлургическом комбинате прошли участники Всероссийского акселератора промышленного туризма. Заявкой проводить экскурсии вышел Евраз НТМК. Заезжаешь на территорию комбината и оказываешься в другом городе. И знакомства с этим городом начинают в самом сердце – доменном цехе. С визитом на Евраз НТМК прибыли эксперты Всероссийского акселератора промышленного туризма. Они должны оценить, готово ли предприятие к приему туристов. Где только эксперты до этого не бывали, но металлургическое производство видят впервые, не говоря уже о домне. Если по-простому, скороварка, да, в которой мы что-то грузим, на выходе получаем не суп там или жаркое, да, а получаем полноценный чудо. Также просто объясняют гостям, как работает домна. И о том, что сегодня это самое современное и экологичное оборудование. Слушать, конечно, интересно, но хотелось бы и своими глазами увидеть работу агрегатов. И вот самое интересное – выход на литейный двор. Экскурсия продолжается в колесо-бандажном цехе. Здесь из металла уже готовый продукт делают. Процесс полностью автоматизирован. Вот робот берет заготовку, перемещает в пресс и виднеется будущее колесо. Интересно, что у каждого изделия есть свое имя. Нам, конечно, этот шифр мало понятен, но зато по нему в базе легко находится, когда колесо родилось, кто его точил и проверял. Эмоции переполняют, потому что это такой общий восторг. Это увидеть такой сложный труд, но в то же время это очень эффектно, очень красиво. И действительно заслуживают большого уважения те люди, которые работают на предприятии. Поэтому я думаю, что Нижнетагильский металлургический комбинат – это прямо просто флагман промышленного туризма Свердловской области. Мы проинспектировали, мы запомним чек-лист, мы расскажем, то есть дадим рекомендации, как лучше построить экскурсии. Всероссийский акселератор промышленного туризма – это проект агентства стратегических инициатив. В него было подано более 350 заявок из 53 регионов. Отбор прошли 30 регионов. Свердловская область не просто прошла, а набрала максимальное количество баллов. Сейчас основная задача меня, как куратора акселератора, вывести промышленный туризм на регулярную, современную основу по приему туристических групп, бизнес-миссии и с четко отработанной схемой взаимодействия в цепочке предприятия, туроператор и конечный потребитель. С точки зрения промышленного туризма эксперты отметили, что на комбинате уже есть пункт выдачи спецодежды, где можно переодеться до экскурсии. Специалисты грамотно проводят инструктаж по безопасности, сопровождают по всему маршруту. Да и рассказывают о производстве вовлеченные, любящие свое дело люди. Это лучше любого экскурсовода. Однако к приему туристов еще нужно готовиться. Акселератор подразумевает создание стратегии развития промтуризма на первом этапе. Дальше каждое предприятие создаст видеотизер экскурсии и только потом откроет свои двери. Можно сколько угодно рассказывать, да, но когда человек увидит собственными глазами, как сегодня отметили эксперты, да, высокий уровень культуры производства, уровень развития производства, вот, то это закрепляется гораздо больше. В целом это положительно сказывается и на развитии инвестиционной привлекательности компании, да, и на развитии имиджа компании, профориентации молодежи. Участвуют в акселераторе и Евраз Кагок. Возможно, маршрут по предприятиям компании сделают единым двухдневным, чтобы можно было увидеть всю технологическую цепочку от карьера до готового изделия. От Свердловской области заявлено всего 10 предприятий. Титановая долина в Верхней Салде, Артинский завод, Первоуральский новотрубный завод, хлебопекарное предприятие «СМАК». Проект курирует областное министерство инвестиций и развития и агентство по привлечению инвестиций. Кроме того, в регионе существует уже более 50 маршрутов промтуризма.
Планета Целина. Традиционная тематическая неделя студенческих отрядов прошла на базе Нижнетагильского государственного социально-педагогического института. В этом году мероприятие впервые получило финансовую поддержку – грант в размере более 35 тысяч рублей. Одно из событий этой недели – тропа первокурсника. О нем расскажем в нашем следующем репортаже. Слаженно и быстро, но в большей степени нестандартно. Ранее абитуриенты, а ныне студенты пединститута выполняют задания на тропе первокурсника. От каждого факультета по команде, в них по 5 человек. Задача не из учебников – придумать шутку, продемонстрировать смысл слова, попрыгать всей командой змейкой. Смысл заданий, как объясняют прошедшие подобные посвящения студенты старших курсов, сплочение и поднятие командного духа. Тропа первокурсника – одно из мероприятий проекта «Планета Целина». Каждое утро отрядники встречают ребят в холле института, желают хорошего дня. В обеды проводят какое-либо мероприятие, акцию. И вчера у нас прошло мероприятие «Отрядный бум», которое посвящено агитации первокурсников в ряды студенческих отрядов. В течение недели проводятся различные конкурсы, тренинги направлены не только на сплочение, но и на спортивную подготовку, чтобы показать, как здорово быть студенческим активистом. Штаб студенческих отрядов Нижнего Тагила со своим проектом «Планета Целина» вошла в число победителей конкурса «Твоя инициатива». Ребята выиграли грант в размере 35 400 рублей. Это деньги на сувенирную и полиграфическую продукцию. Мы слышали уже про такой конкурс, он проводится ежегодно, но сами как-то не решались, боялись немножко такой крупной ответственности, как участие в проекте, были незнакомы с таким видом деятельности, но в этом году решили все-таки проявить себя, поучаствовать. Участвуем с нашим традиционным мероприятием «Агитационная неделя «Планета Целина». Это у нас мероприятие уже много-много лет проходит. Обычно мы его проводим самостоятельно, своими силами, но в этом году решили заручиться поддержкой именно финансовой и написать проект. Цель проекта «Планета Целина» – развитие молодежного движения, привлечение первокурсников в студенческие отряды. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Факты в лицах». Мой коллега Олег Шкварков встретился с директором Центра защиты населения территории Нижнего Тагила Сергеем Коперкиным. Разговор пойдет о рабочих буднях тех, кто заботится о нашей безопасности. Не переключайтесь.